Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Продолжаю сборку и покраску автомобиля Mercedes 3000 от фирмы ICL. И сегодня начну его красить в базовый цвет. Как видите, замаскировал сиденье в кабине, замаскировал двери. И буду красить сначала обшивку салона в кабине. Для этого взял цвет XF55 Dectan от фирмы Tamiya. А сам автомобиль буду красить, все-таки решил, в немецкий серый. Буду использовать краску Tamiya XF63, танковый серый. И немножко разведу его натуральным серым XF53. Ну, а потом уже буду смотреть по цвету. Развозим краску и приступаем к работе. Thank you.
покрасил в основной цвет, потом разбавил краску 50 на 50 с дектаном и высветлил по граням, петельки, все повысветлял. Это вы видели в видео, как все происходило. Мне цвет очень нравится, но думаю, что надо все-таки сделать еще фильтр. И фильтр, наверное, надо будет сделать какой-нибудь синий. Немножко придать синевы. Ну, посмотрим. Буду смотреть уже в процессе. Но фильтра не хватает немного. Или зеленоватого фильтра, или вот голубоватого. Я еще вот думаю. Ну, а так в целом цвет нравится. Очень хорошо легла краска. Высветлил заднюю спинку. Надо будет еще поработать с моделью. Это уже будет в следующей серии. Буду делать фильтры, потом наносить глянцевый лак, наносить декали, делать смывку и работать с химией. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.